Шершень – это крупная оса. Длина тела около 3 см. Продолжительность жизни – 4 месяца. Матки – 1 год. Трутни – самцы. Живут много меньше, не более 2 недель. Перезимовавшая в почве оплодотворенная самка строит маленькое гнездо и выкармливает первых работниц. Вот после этого добывать пищу ей больше не нужно. Она будет до конца жизни только откладывать яйца. Человек научился делать бумагу 2500 лет назад, а шершни изобрели ее много раньше. Рецепт прост. Насекомое отрывает кусочки древесных волокон от мертвого дерева, смачивает их своей слюной, разминает, превращая в пасту, из которой строит внушительных размеров дома. Гнезда шершней достигают 60 см в высоту и 30 в диаметре. Большую оплошность допустит тот, кто, приняв шершни за пчел, решит разжиться медом. Меда они не делают, а яд у них сильный, и его много. Спят шершни не более 20 минут в сутки. Летают и работают при освещенности 0,01 люкса, что для человека является полной темнотой. Только летучие мыши и шершни ловят насекомых ночью. Личинки производят ритмический шум, требуя корма. Этот шум слышен за много метров от гнезда. Взрослые, рабочие шершни сами питаются соком деревьев и опавших фруктов, а личинок кормят пойманными насекомыми, отрывая у них голову, лапки, крылья и брюшко. Приносят в улей только грудку. Личинки со своей стороны в период нелетной погоды отдают работницам капельки пищи. Поэтому, в отличие от пчел и шмелей, шершни не создают пищевых хранилищ. На самом деле, достаточно безобидные, безответные существа. И пострадать можно разве что, нарушив границы их территории, разрушив гнездо. Смотри, это оно целое. А вот крышечка вот так вот открывается. Смотри, какое оно там. Полосатое, красивое. Гляньте, как будто его красками расписали, да?